It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers we were diving for today, different colors that we had to put to sleep. All the lovers hope that we could break the spell. Так, всем привет. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы все в работе, это здорово. Так, сейчас я... Куда же их пока? Пока вот сюда, наверное. Наши трубы Evoltec металлопластиковые. И то, что у нас осталось. Вот. В принципе, вот это бухточки есть метраж. Здесь нужно будет замерить. Вот. Для чего мне это нужно? Я уже говорил. Ну да ладно, еще раз повторюсь. Это наша система отопления. Тут мешки сейчас, конечно, все заставлено, ничего не видно. Вот, я уже говорил, хотим мы теплицу круглогодичную. Да, было много предложений поставить обогреватели там и тому подобное. Тем более у меня котел мощный, конторов у меня хватает. Что нам стоит здесь врезаться, подключиться, залить теплые полы, и будет нам счастье. В общем, мысль есть, идея есть. Я спасибо за советы, за все, что предлагаете. Но у меня есть своя цель. Своя цель, которую я хочу поставить, хочу выполнить его. Я здесь сложностей никаких не вижу, вот, на самом деле. Главное желание, остальное все выполнимо. Поэтому нам нужно врезаться сюда. Надеюсь, метража хватит. Не на контур хватит, я уже говорил. А довести до плиты, чтобы там уже сделать соединение. Вот, и где-то это вот соединение уже пойдет контур теплого пола. Соответственно, нужно будет замерить метраж, все это сделать.
Так, здесь осталось вроде по мелочи. Думал, быстро раз-раз это сделаю. Не тут-то было, не идет и все. Ну вот крепкий кирпич. Остатки я убираю. Здесь осталось два ряда было. Вот, с краю выбрать. Ну вот там я уже почти все закончил. Завершил. Здесь уже все, это ноль. Но здесь мы уже можем набивать нашу сетку. Осталось вот здесь немного. Тоже, правда, непонятно, то он прямо шел, потом на ребро его ложили, теперь плоскостью, теперь он как-то туда уходит. Либо они тут, не знаю, так игрались, выставляли это все, вот, учились строить. Поэтому, ну ничего, нормально, справимся, работа идет. Трубу пустим, пустим, утеплим ее туда внутрь, в цоколь. Вот так понизу мы ее пустим, и где-нибудь здесь этот моток доставим его за... Барьяба, иди сюда, иди. Ты что там вообще дома не ночуй? А? Ты что там спал? Голодный? А? Ничего себе ты. Много спишь, прораб, ты что? Уже работать пора, а? А ты как всегда, да? Барьяб, нормально все? Пойдем покушаешь, да? Хочешь кушать? Пойдем, пойдем там. Кушай, кушай. С утра мы зелень освежили, все полили, лучок, свеколка, свекла пошла, салатики, вот там тоже все хорошо, все чудесно, все прекрасно. Огурцы, кстати, семена уже замочил, вот, как только прорастут, будем их высаживать в грунт, вот, а так, так все хорошо, все отлично, погода радует, погода хорошая, работать можно. Работать не то, что можно, нужно. Сирень пошла цвести. Сирень хорошо цветет, пахнет вообще прям. А, от души. Вон она. Сколько ее там? Много. Много сирени. Так, и наша куча легендарная, знаменитая, увеличивается. Да, очень многим интересно, что же я буду с ней делать. Вот, скоро узнаете. Ну, не скоро. Пока она пусть лежит, но есть на нее планы. О, и грандиозные на самом деле. Если все получится, то прям вообще будет пушка. Пушка вообще будет бомба. Тут будет... Вот на нее вы будете смотреть каждый день. Каждый день она будет вас радовать на самом деле. Ну, ну посмотрим. Собираем информацию, изучаем все. Технически, как это все применить, как все сделать, конечно, это очень будет кропотливая, сложная, большая работа. Вот. Но этот проект, пока он... заморозки, он пока в думках. Вот мы будем думать. Мятка, мятка. Красота. Вообще аромат просто. А, кайфую, я балдею просто от нее. Ух-ух-ух. Так, надо будет рассаду, я не знаю. Вот как плохо. Не была бы сейчас теплица, уже высадили. Посмотрите, уже там томаты какие громадные. Просто здесь все заросло, заросло. Очень много ее нужно уже. Ну еще рано, рано еще в грунт томаты высаживать, еще рано, вот хотя бы в середине мая, я думаю, погода когда уже точно восстановится, мы тогда возможно и высадим. Клубничка пошла уже, в этом году прям хорошо пошла клубника цвести, вот, хотя на нее так не рассчитывалось, и помните, в том году я просто ее посадил, ну в этом году прям есть ягоды, есть, есть и немало. Пусть будет, детки вон покушает, вот, хорошо, пусть пока растет, как бы. Вот, потом уже, когда будем все переделывать, уже каждому определим свое место. Так, здесь кирпич неплохо уже просох. Я бы даже сказал, отлично. Вот, поэтому начнем мы бить сетку обязательно. Ну, сейчас вот эти остатки мы закончим. Надо будет еще за Тёмкой поехать. Сегодня у него тоже сокращенный день. 4 урока. Вот, приеду и продолжу. Такие дела. Хорошие, прекрасные. Вот, чего и вам желаю, да. Иметь хорошее... настроение, иметь хорошую мотивацию, да, и делать хорошие дела. Так, все, на этом хорошего. Пойду я взбодрюсь, чайку, да, чайку для рывку, и мы продолжим, да-да, наводить красоту, красотищу, делать наш интересный ремонт. Вот, оставайтесь с нами, как всегда, интересно. Все, мы погнали. Thank you.
забрал студента. Студент, здорово. Здорово. Как дела? Нормально. Все нормально? Да. День чудесный? Да. Ну и хорошо. Двойки есть и отлично, правильно? Да нет, плохо. Да? Да. Что там в школе? Что нового? Ну, так, 2 пятерки получил. Подрался с кем? Нет. Почему? У нас была одна драка в школе. На перемене, когда закончилось чтение, они дрались. Что, их никто не разнял? Ну, пытались, но ну и закончилась драка. А ты с кем подрался? Я ни с кем не подрался. Тебя все боятся? Ну, так себе. Чем займемся? Продолжим, наверное, продолжим. Отдыхать. Да, Боря? Вот я тебе завидую. Ешь, спишь, ешь, спишь. Сегодня ищем, его найти не можем. Не, не сегодня. Вчера было, да? В общем, у нас диван раскладной выезжной. А он туда залез. Ну, мы диван задвинули. Че? Ищем, нету нигде, уже все там, уже паника, уже все облазили там, не знаю, уже к соседям позвонили, на улицу вышли. Где бы, неужели опять загулял? Потом логически начали думать, где же он может быть, да? Вот. Потом думаю на диван, слушай, говорю, он, наверное, под диваном по-любому. Открываем, сидит. Не, ну, помявкай там, я не знаю, он там лежит, не спит, как вообще этот убитый. Даже голос не подает. Ну да ладно, все нашли, все хорошо, все отлично. Все здорово. Так, что у нас? Пойдемте посмотрим, что у нас, и этот, продолжим. Или уже обед? Ну, что у нас там на обед все? У нас вкусная запеканка. Да? Mm-hmm. С чего? Баклажан. Баклажан, малосидан, слышали? И там запеканочки, вкусняшки, да, от Наташки. Поэтому, кто еще не подписался на ее классный, интересный канал, ссылочка внизу в описании. Смотрите, подписывайтесь, и будет вам счастье. Прораб, ты со мной? Пойдем. Дима, мне же лента нужна, не знаю, хватит мне или нет. Крепежная, или так удобно крепить, на самом деле. Вот остаток это... На низ. Нет, наверное, маловато. Надо еще рулончик взять. Не было ее просто. Полгода, говорит, никто не брал в магазине. Я последний раз, когда заехал. Вот, говорит. А то, говорит, за один день все размели. В общем, вот так вверх открепим. Нормально. Под канализацию вот здесь. Вот так все разрезали. Мы туда уйдем. Прихватится. Заармируем, закидаем. Вообще будет все. Железобетон. Вот, верха срежем, она как раз мне хватит где-то вот до отсюда, и двумя полосками, двумя кусками, наверное, дальше продолжим это все закрепить. Мятка, надо чаек с мятки заварить. Сейчас я, наверное, так и сделаю. Пойдем пообедаем, я потихоньку продолжу. Возьмем пару лепесточков, помоем, и у нас будет ароматный. Чай с мятой. Расслабляющий. Боян, Бориандр. Бря. Пойдем, пообедаем. Подкрепимся и продолжим. Что успеем, то успеем. Потому что сейчас, если честно, на работу вообще времени не хватает. Буквально я работаю с утра и до обеда. Все. Обед, потом какие-то свои личные дела. Вам видосик обрабатываем, и он уже выходит. Вот, ну, как-то так, говорится. Ну, ничего, говорится, малого хорошего понемножку, да? Вот, поэтому все, мы погнали обедать. Вам приятного аппетита тоже, или приятного чаепития, что вы там будете, да, и будьте здоровы. Thank you.
что у нас? Что, как всегда, не хватает нам времени. Вот, здесь начал бить, подрезать ее сразу, крепить, ну, неплохо, нормально, вот так все. Все хорошо, вот так оно все отлично выглядит. Вот наша сеточка, все четенько закреплена, крепко держится, никуда ничего уже не отвалится. Даже при любых раскладах она уже отсюда никуда не денется. Да и так бы никуда не делась. Вот, ну да все же. Так, ленту я забыл, закончилась. Да и время уже мое подходит к концу, потому что в последнее время времени просто катастрофически не хватает. Мало того, что мы спим треть, да, жизни мы просто спим. А вот, плохо нет функции какой-нибудь, знаете, вот выключатель выключил, там 15 минут, и ты все, ты опять бодр, можно опять работать. А вот, ну да ладно, как говорится, всего сразу не успеешь, конечно, ходится много, вот, но сколько получается, столько и получается, будем потихоньку делать. А вот, за Леркой поеду, наверное, куплю ленту, вот, и продолжу, потому что сегодня мне и трубы еще надо будет наши теплицу вывести, и желательно бы успеть как-нибудь, не знаю, возможно, вечером выставить маяки, чтобы завтра мне приступить к штукатурке. Просто если я сегодня не успею выставить маяки, если я этим буду заниматься завтра, вот, то у меня как бы, не знаю, когда это я начну штукатурить. Вот здесь сетка у нас закончилась, но я уже говорил, у меня есть остатки, вот этот один рулон, он в принципе по высоте вот так, ну, немного остается, и вот тот тонкий, как раз их два пущу, мне здесь хватит. У меня как раз в три ряда я лентой крепежной бью, и посередке вот это все соединю, прихвачу, и будет это все хорошо держаться. Вот, ну и соответственно потом мы будем. Ай, что, прораб, у тебя время хоть есть, а? А? У тебя есть уже сколько там, 7 жизней. Бурю. Так, поэтому как-то так. Ну ничего, потихоньку. Потихонечку. Все сделаем, все сможем, все будет. Куда спешить? Еще вся жизнь впереди, да? Вот. Не то, что там спешу, да? Но есть опасения, чтобы не попасть, знаете, вот под сезон дождей, когда начинаются дожди, бывают весенние такие, они бывают неделями льют. Вот. Не хотелось бы мне, чтобы вот эта вся стена неделями у меня мокла, да? Ну, опять же, я ее накрою, но все же, да, хочется заштукатурить уже. Уже спокойненько, уже штукатурка будет. Вот, уже не так опасно, да? Да и фасад, если честно, хочется уже начинать, потому что очень жарко. Очень жарко каждый день. Особенно та передняя сторона, там находиться, ну, нереально, просто невозможно. Да, Борька? Красавела. Вот, поэтому, друзья, сегодня было как-то так. Да, возможно, ролик был короткий, но я думаю, он был интересный, как всегда, познавательный. Вот, возможно, каждый для себя что-то интересное извлек. А вот, если кому-то это пойдет на пользу, то я буду этому очень рад. Поэтому на этом мы заканчиваем. Вот, я так думаю, завтра мы с вами опять увидимся, потихонечку начнем работать. Ну, а вам напоследок, конечно же, пожелаю всего самого хорошего, вам плодотворных рабочих дней. А вот, побольше, конечно, здоровья, денежек, да и всего-всего самого хорошего, конечно же, прекрасного настроения, да, и как всегда, пусть все у вас будет хорошо. Ну все, мы надолго, как всегда, не прощаемся, скоро мы с вами обязательно, да, увидимся, всем счастливо, всем пока, берегите себя.